Вот сегодня Саша в этот сначала отель позвонил. Они сказали, что они, видите, реновируют здесь все, строят дальше. И у них, по-моему, парковки не было, да? Была парковка. Саша, сегодня ты сколько заплатил? Мы еще не сказали за этот, за отель. 97. 97, все вместе? А теперь по отдельности скажи. Комната сколько? Комната 65. Комната 65, 15 гараж, да? Или сколько? 15 гараж, 15 плюс, что и гибюры. А, и 15 завтрак, и еще какие-то гибюры они берут. Ну, короче, понятно. Людей много очень. Вы застроили? Там свой мотоцикл ставили возле того. А, забора. Вон там, да? Да. Угу. Смотри, вот дом Клюстер, капелли цум хайлиген гайст. Дом Хоф. Санкт Томас, Санкт Йохан, Амхоф. Пришли мы опять с другой стороны. Опять к церкви, Кёльнер дом. Рюмишес, германишес музеем. Музей здесь. Голуби бегают, гуляют. Это стройки, блин. Угу, везде все стройки. Плохо. Ну, а как ты думал? Надо все равно что-то делать, строить. Они просто что сильно большие стройки всегда видеть. А смотри, там целое здание опять застраивают что-то. Потом церковь не будет толком видно. Площадь меньше опять станет. Ну, шикарная, шикарная, конечно. Церковь, Кёльнер дом. Ой, бибичка как кукла. Да? Как кукла. Сейчас подойдем к этому фонтану, еще не подходили. И здесь тоже фонтан. Обязательно подойдем. Собака лает как. Угу. Че, Саш, как дела? Устал? Не, наелся. И наелся, и устал. Мы, считай, целый день сегодня ехали и ходили. И сейчас хотим здесь, ну, сфотографироваться. Че, Саш, потрогаем стены? Еще не трогали. Смотрите, отбиты везде, блин. Такое ощущение, как будто обгорелые, да? Это же песчаник, но они его, наверное, обжигают. Ну, черный такой. Красиво на фотографии, красиво на видео. А когда вообще наяву смотришь, вообще шикарно, да? Особенно вот это, что все вырезное, вот это вообще. Шик-шик. Уже церковь закрыли, уже 20:00 вечера, а народу меньше не встает. Очень много народу.
рабочие убираются, ходят сразу. Ой, сейчас все рестораны полные. Мы с тобой вовремя сходили, покушали. Угу. Везде, везде люди сидят. Ну, сейчас прохладненько, где солнышка нету, ветерок такой. Прикольно. Ребят, смотрите, мы поднялись сюда, наверх, на мостик, показать вам все-таки эти замочки. Смотрите, живого места нет. И с той стороны, везде, везде, вон, смотрите, вешают. Ну, сейчас я спущусь тоже, покажу вам. Смотрите, обалдеть, места живого нету. Это все в замках, все. И с той стороны, смотрите, все, все эти гелендер, все в замках. Саш, ничего себе замок, здоровый какой. Надо же, ужас, ужас. Сколько замков здесь, 20-й год. Ну-ка, здесь вот. Старый, да, самый старый. Вот, смотрите, тоже еще какие есть. Смотрите. На нем даже гравюр нету, да? Ну, смотрите. Вот какие старые. Вообще. Но эти уже поновее. 20-й год. 15-й год. Вообще. А? Смотрите, какой есть. Вон. Смотри, Саш. Амбарный кто-то прицел. Слушай, год не стоит? Обалдеть. Интересно же, да? Каких только нету. Ауди-знак, смотрите. О, здесь даже с фотографиями есть. Шикарно. Смотрите, весь-весь мост. Вот. В Германии есть в городах вот такие вот, где можно замочки вешать. Места специальные. Прикольно, да? Каких замков только нет. Смотрите, тоже с защелкой. Цак. Видите? Еще старые-старые. На той стороне тоже еще? На той тоже? О, там все. Смотрите, все полное замками. Короче, со всего мира, наверное, сюда приезжают, вешают. Ужас. Подожди, я 15-й, 12-й год видала. 11-й. Я там видел 93-й. 93-й? Ничего себе. 13-й. 2009-й. Поезд поехал. Обалдеть. И чего только нет. Смотрите, даже какие замки вешают. Вот старые какие. Да, вот эти вообще капец. Сколько лет им. Вон, смотри, какой замок. Сердечко. Обалдеть, да? Какие старые. Уже не помещаются. Уже, смотрите, цепи вешают отдельно, чтобы уже прицеплять. Уже вон везде куча цепи висят, потому что не помещаются, нет мест. И весь мост уже вон сверху вешают, вон на этих, на столбах, вон на самом верху, везде вешают. Да, пойдем. Короче, все здесь в этих замочках. Как здесь красиво. Да, Саша? Церковь,
там вообще столько замков. Не знаю. Красота, прям красота. Рюмиши. Ну, раскопали, наверное. Ну, гробницы, смотрите. Все Рюмиши здесь стоит. Видите, там тоже. Раскопки, видимо, ввели, там тоже на стене вон все висит. А, вот тут тоже сверху. Здесь даже стоит описание. Смотрите. Мама Мия. Написано, где и в чем нашли. 24. Ну все, нагулялись мы сегодня целый день. Да? Накатались, нагулялись. Теперь идем уже в комнату идем отдыхать. Здесь Стив гараж, видите, где наш мотор отстоит. Мотоцикл. Ну и вот этот отель. Пришли мы. Смотрите, у нас балкончик, оказывается, мы не знали. О, тут другая комната. Цветочком перегородили. Ну да. Всем доброе утро. Выехали мы с отеля. Едем сейчас по Кёльну еще. Так что... Погода, наверное, будет жарко сегодня, потому что на солнышке прям припекает. Но оставайтесь с нами, будет интересно. Нам немножко не повезло. Выехали мы сегодня с отеля, у нас лампочка одна перегорела. Так что решили заехать сюда на Моторад. Я не знаю, здесь мотоциклы, Веркштадт у них. А они сегодня закрыты. Но хорошо пришел хозяин, потому что сегодня суббота, никто не работает. Пришел хозяин, и у нас ключа с собой не было. Саша ключ спросил, и вот сейчас меняет лампочку. Немножко нам сегодня не повезло. Вот, разобрал здесь все. Видите? Делает. Надеемся, что будет гореть. Все будет нормально. До дома доедем, да? Вот у меня еще ключ в руке. Ну-ка, что, горит? Так что немножко не повезло. Ну, ничего страшного. Я не видела, чтобы что-то отвалилось. Ну-ка. Ну вот сейчас доделаем и поедем дальше. Ну все, Саш поставил на место, все закручивает. Дай бог, все будет нормально. Ну-ка теперь включи фары. Посмотрим. Горят, не горят. Да, горят все. Угу. Ну все, выехали мы с Веркштадта, поменял Саша лампочку. Хорошо, это дядечка пришел, что он нам ключ специально дал. Где-то ушло нам времени, даже 20 минут не ушло, да? Поменять. А? 15 минут. Так что
Едем дальше. Сегодня суббота, то что выходные, поэтому все практически закрыто везде. Ну, нам повезло. Едем дальше. Здание красивое, все блестящее, блестящее, как зеркало. Здесь тоже такие высотные дома, тоже красивые районы есть. Пока-пока. Когда-нибудь еще приедем. Обязательно. Да, хоть и большой, а хороший городок. Вчера так прогулялись, столько времени. Да, столько времени провели, спокойный. И очень-очень интересно в нем. И набережная красивая, и мосты красивые, и Кёльнер дом там вообще. Там словами не объяснить, это надо посмотреть наяву. Там его весь на камеру толком не снимешь, да. Потому что он такой высокий, это же кошмар какой-то. Ну, очень-очень красивый. Ребят, смотрите, сколько здесь заводов. С этой стороны, с другой стороны тоже. Сейчас деревья проедем, может, видно будет. Мама мия, сколько труб здесь, смотри. Сейчас попробуем посмотреть, может, получится. Там с левой стороны очень много, очень. Он на кабрио катается. Тоже Мерседес, да? Ой, Саша, я не могу. Да Саша сейчас номера прочитал. Он говорит, хорошо, мы не живем в таком городе. А то у нас же Александр Светлана или Светлана Александра. Вот было бы. Но. Я сейчас упаду. Смотрите, сколько здесь всего. Саша рассмешил, не могу. Хорошо, что мы в Оффенбурге живем, да? Как этот сейчас у нас спросил-то шеф, который ключ дал-то от Веркштата. Посмотрел номера такие, говорит, а вы откуда? Мы говорим, Шварцвальд. Он, ох, ничего себе! Ну да. Что мы ему сказали, в Киле были. Он такой, ничего себе! Ну вот. Ездим. Сегодня уже, ребят, 9-й день едем. 9-й день в дороге. Не знаю. Да ты чё? Мы уже проехали 1703 километра, но только мы с Кёльна выехали. Посмотрим, сколько мы проедем все вместе. Потом почитаем. Ну, 200, Саша говорит, где-то примерно выйдет. Посмотрим. Вот такие мы ездаки, да? Целыми днями в дороге. Где-то сидим, где-то пикнички делаем, где-то заедем, где-то перекусим. Ну и вот так потихоньку. Смотрите, поезда стоят. Эти бочки. Здесь тоже, смотрите. Заводы разные.
дымят, дымят. Угу. Рейн идет. Проходит здесь. А? Да, баржа плывет. Ну. Вон, смотрите, контейнеры понаставили. Обалдеть, это сколько площади это все занимает, да? Вот эти заводы. Смотрите, парят. А? Ну да. Этому Рургебиту мы уже второй день едем. Все никак не выйдем. Вчера вообще мы 36 или сколько, 3 чем-то километров, полтора часа ехали, потому что через каждые 5 метров то светофоры, то еще что-нибудь. Так что, кто в Рургебит попадает, тот знает, что часами ехать надо.